Voxtel MR190. Пока моя новая едет, решил поснимать маленько для разнообразия. В общем, шел, пока хорошо связь была, не стал снимать. Сейчас вот 1 километр 230 метров. Вот, через такую местность там город. 1, 2, 3, 4, 5. Прием, прием. Вот уже в шумах. Попробуем до 1,5 километра дойти. Сегодня с телефона снимаю. Так, добрался до расстояния 1 километр 600 метров. Сейчас попробуем. 1, 2, 3, 4, 5. Прием, прием. Ну, кое-что слышно. Разобрать можно, но уже плохо. Это я по стандартному маршруту пошел с ней. Так же, как с Баофенгом ходил. Конечно, это для нее сурово. Совсем игрушка. Три элемента питания. Батареечки 3А. Плохо, конечно, что батареечки. Ну, что поделаешь. Так, для разнообразия прогуляться по лесу, воздухом подышать. Ну, что, попробуем до 2 километров дойти до горки, откуда начинаем обычно. Ладно. Вот, пока шел, баловался. Тут вот появилась более устойчивая связь. Это 1 километр 750 метров. То есть чуть-чуть отошел. 1, 2, 3, 4, 5. Прием, прием. Вот. То есть от домов подальше отошел. Получше стало. Хоть и леса побольше. Ну и здесь уже подъем в горку начался. Это метров, наверное, ну, на 2-3 метра выше, чем прошлый раз было. Сейчас дальше-то вот к 2 километрам, куда идем, там повыше горка будет. Еще метра на 4, наверное, выше, чем сейчас находимся. Или на 3. Ну, где-то так, плюс-минус. Так, дошел я до верхней точки. Это у нас 1,9 километра. Ну, здесь получше. 1, 2, 3, 4, 5. Прием, прием. Так. Ну что, тогда попробуем маленько с горы спуститься. Сколько мы возьмем расстояние. Ну, интересно уже. В принципе, я даже не рассчитывал до сюда дойти. Хорошо. Так, ну вот, 2 километра у нас начинается спуск с горы. 1, 2, 3, 4, 5. Прием, прием. Ну, здесь уже ухудшение начинается. Скорее всего, что под горой, наверное, уже не будет ничего. Так, это у нас PMR диапазон. Сейчас 5-й канал. Кто-то там вдалеке пробивался сейчас тоже. Ну, до попугая не достают, потому что повтора не слышно. С другой стороны, видимо. Так, мощность 0,5 ватта. Ну, как написано в документах. Ну, оно как на PMR, это разрешенная, максимально допустимая мощность. То есть все, что выше, уже по идее как бы нельзя использовать. Ну, за этим никто не смотрит у нас. Поэтому, как правило, они все больше. Кто их будет проверять? Мыльницы эти.
Так, ну все, что, сейчас с горы пойдем. Как начнет пропадать, буду пробовать еще. 2 километра, 110 метров. Так, ну, 15 метров назад еще неразборчиво было, сейчас чуть получше, видимо, местами как-то. 1, 2, 3, 4, 5, прием, прием. Так, фигово уже становится, но разобрать можно. Сейчас проверим еще маленько. Ну, в общем, все пропало. 1 километр 150 метров. 1, 2, 3, 4, 5, прием, прием. Не добил. 1, 2, 3, 4, 5, прием, прием. Сигнал только слышно. То есть туда дальше отходил еще 100 метров, короче, и вообще уже не достаю. То есть на этом все. Всем счастья, удачи. До новых встреч.